Не менее 50 человек погибли, еще десятки были ранены в результате теракта на северо-востоке Сирии на границе провинции Дер-эз-Зор. И, скорее всего, эти данные не окончательные. Террористы-смертники подорвали в толпе беженцев 3 автомобиля, нашпигованных взрывчаткой. Известно, что среди жертв и пострадавших много женщин и детей, некоторые в тяжелом состоянии. Ответственность за атаку взяла на себя группировка ИГИЛ, запрещенная в России и во многих других странах.